В эфире телеканала ТНТ «Армавир» информационная программа «Твои новости». В студии Марина Юрченко. Здравствуйте. И сегодня в выпуске. В Армавире отметили один из главных христианских праздников – Крещение Господне. Совершить погружение в освященные воды пришли десятки горожан. С места события Дарья Топчиева. Лечение в Армавирском онкологическом диспансере вышло на новый уровень. Об этом смотрите в репортаже Натальи Поляковой. Освободитель Армавира в далекие военные годы, а еще освободитель Херсона, Кишинева, Варшавы. О Хачатуре Мелкуновиче Багдасарове смотрите репортаж Светланы Волошенко. Представители СМИ города в неформальной обстановке пообщались с главой Армавира Андреем Харченко. В ходе пресс-конференции был поднят ряд тем, среди которых последний рабочий визит губернатора края, нехватка парковочных мест, из года в год тонущий в осадках тоннель по улице Кирова и многое другое. Подробности в следующем материале выпуска. Такие встречи происходят нечасто. Глава Армавира Андрей Харченко и представители СМИ города буквально с глазу на глаз обсудили то, что их волнует. А волнует, как оказалось, многое. Одна из проблем – нехватка парковочных мест рядом с многоэтажками. А почему нет, как бы, или может есть эти проекты, но они реализуются, те же самые многоэтажные парковки, если застраивается большой жилой микрорайон, где гаражный кооператив выстраивается не в один этаж, а может быть в несколько? Когда муниципалитет сделал парковки, называя адреса Володарского 16, угол Володарского и Шмидта, девятиэтажный дом. Со стороны сквера, который мы благоустроили, к дому сделана большая парковка. Но жители все равно паркуют свои машины под подъездами, потому что себя любимого любим больше. Приехал в подъезду, поставил и пошел домой, чем надо вокруг дома обходить. Что касается в целом города, то, как отметил Андрей Харченко, в 2013 году появилось 1900 парковочных мест. Правда, около 780 из них расположены рядом с крупными торговыми объектами. С прошлого года прям поставлены конкретные задачи по службам, которые находят территории, которые не нарушают нормы проживания, санитарные нормы. Эти парковки территории вычерчивают. Ну, к примеру, парковка за городским стадионом. К примеру, реконструкция улицы Мира от улицы Урицкого до улицы Кирова. К слову об улице Кирова, а точнее о тоннеле, расположенном на ней. Каждый год в период сильных дождей машины, передвигающиеся здесь, буквально уходят под воду. Как собирается решать проблему город, спросили главу журналисты. Проблема Кировской туннели. У нас под городской площадью лежит коллектор ливневый, вот примерно в диаметре 500 миллиметров. Ну, это примерно вот журнал. Ну, чуть-чуть больше. 415, по-моему, это где-то 500. Вот примерно такой коллектор. Сегодня технически, я думаю, не проблема была бы построить эту же насосную станцию, резервуар для приема воды, а потом перекачки. И перекачивать некуда. И самая главная вторая проблема, что эта ливневка вот с таким маленьким диаметром лежит. Чтобы вы представляли уровень перепада, она заложена на площади 8 метров 20 сантиметров. Чтобы увеличить два пути, надо строить насосную или сбрасывать воду, и надо понимать, куда сбрасывать. Или надо увеличивать сечение диаметра трубы, увеличивать. В текущем году планируется изготовить проектно-сметную документацию. В соответствии с ней будет ясно, какие виды работ предстоят и сколько необходимо денег. Но, как сказал глава, уже на сегодняшний день ясно – это дорогостоящее мероприятие. Вопросы развития инфраструктуры, вхождения Андрея Юрьевича в состав Совета при президенте страны и ряд других тем вызвал живое обсуждение у участников. Больше часа длилась пресс-конференция и завершилась обещанием главы встречаться чаще. Дарья Топчиева, Станислав Щинский, служба новостей «Армавира». В Армавире 19 января десятки людей совершили священный ритуал омовения. В этом году обряд в честь крещения Иисуса Христа проходил на реке Кубань. С места купания материал Дарьи Топчиевой. Десять часов утра. На Кубани особенно многолюдно. Богослужение по традиции предваряет само купание. Прежде чем верующие начнут погружаться в воду, ее необходимо осветить. Пришедшие внимательно следят за действиями священнослужителей. Настоятель Свято-Троицкого храма, отец Сергий, вылил в Кубань воду из реки Иордан. Для православных христиан крещение Господне – один из главных праздников. Омовение в этот день традиционно. Верующие утверждают, купающиеся в праздник очищают и душу, и тело, запасаются здоровьем на целый год. В Армавире желающих погрузиться в освященную воду было много.
Первыми устремились к организованной купальне самые смелые. Среди них мужчины и женщины разных возрастов. Но уж кто удивил всех присутствующих, так это 74-летний Александр Мартемьянович. Пожилой мужчина сумел в холодной воде отыскать брошенный священнослужителями деревянный крест, за что и получил подарок. Александр получает приз «Библия». Поздравляем! Спасибо! После у воды образовалась настоящая очередь. Всем хотелось совершить омовение. Плюсовая температура, стоявшая 19 января, располагала к купанию. Хорошая вода, шикарная. Даже не холодно, все хорошо. А кому-то из пришедших организованной купальни было мало. Так эта девушка не стала стоять в очереди, а попыталась совершить омовение в другом месте реки, чего ей сделать не удалось из-за недостаточной глубины. А вот Давыд Чайка не стал пренебрегать условиями, созданными для верующих, и готовился окунуться там, где это делали все. Все время мечтал на крещение окунуться, но вот сейчас не знаю, что с этого получится, но хотелось бы, по крайней мере. Эмоции Давыда просто зашкаливали. Наконец-то сбылась давняя мечта. Горячий чай с мятой и чабрецом помог согреться. Кстати, его предлагали всем желающим вместе с сушкой. Еще об условиях. Для купающихся были организованы раздевалки. Кроме того, здесь работали специальные службы. Спасатели, медики, казаки следили, чтобы крещение прошло без происшествий. Дарья Топчива, Александр Жерелеев, служба новостей «Армавира». Заболевание онкологии – это не приговор, говорят врачи. Медицина не стоит на месте. Разрабатываются новые препараты, оборудование. В прошлом году в Армавирском онкологическом диспансере на модернизацию аппаратов было затрачено более чем 100 миллионов рублей. Это позволило выйти на новый уровень лечения. Наталья Полякова побывала в отделении лучевой терапии. Радиационный онколог Лариса Владимировна, уложив пациента на гамма-терапевтический аппарат, подготовила его к облучению. Сейчас больному этого процесса бояться стоит меньше. Новая техника, завезенная в больницу в прошлом году, позволяет врачу осуществлять более эффективное лечение рака. Это современное оборудование, которое позволяет максимально точно провести лучевую терапию больным с онкологическими заболеваниями. Это оборудование позволяет очень точно локализовать опухоль и достаточно точно на том уровне, которым наш диспансер обладает, подвести дозу радиации к опухоли, минимально затрагивая окружающие ткани. Сейчас мы можем, не поворачивая больного, больной всегда находится в одном положении, а аппарат крутится вокруг него. А раньше нам приходилось больного крутить на столе, и это всегда смещались и органы, и приходилось брать больше объема облучения. Основное преимущество гамма-терапевтического аппарата – это планирование лечения. Данная система – одна из самых современных. Она позволяет составить трехмерную модель человека, где видно все органы, а самое главное – пораженные ткани. Это позволяет более точно диагностировать болезнь и определять очаг поражения. Также отделению лучевой терапии был выделен новый аппарат для лечения опухоли кожи. Если раньше пораженный участок облучался только до 4 сантиметров, то сейчас до 10. Кроме этого, лучи проникают более глубоко, дозировка их намного четче. Поступил и 16-срезовый компьютерный томограф. Данная техника помогает не только в диагностике, но и в лечении. Если раньше, какое-то время назад, все-таки онкологическое заболевание – это было приговор, то сейчас эти наши больные живут долго, и они доживают до каких-то поздних повреждений от лечения. Поэтому, кроме того, чтобы уничтожить опухоль, у нас появилась задача, как можно меньше повредить здоровые ткани. Лечение на таком оборудовании требует серьезной и большой подготовки. Специалист должен обладать знаниями не только в области медицины, но также физики, математики, радиобиологии. В Армавирском отделении лучевой терапии работает таких подкованных сразу во всех этих научных областях трое врачей, высококвалифицированных профессионалов. А принимают они около 60 человек в день. Наталья Полякова, Александр Жерелеев, служба новостей «Армавира». Кубанских ветинспекторов обеспечили 45 новыми автомобилями. Армавирский отдел получил ключи от 4 новых «Рено Логан». Машины были куплены за счет средств бюджета Краснодарского края. Напомним, отдел Государственной ветеринарной инспекции, ветеринарного надзора и контроля Армавирский осуществляет контроль и надзор не только в городе, но и в Новокубанском, Успенском, Отрадненском районах. Такая большая территория требует мобильности сотрудников, и благодаря полученным авто она повысилась. Мы исполняли задачи по контролю
выполнение ветеринарно-санитарных норм и требований по выращиванию сельскохозяйственных животных, животноводской продукции и ее реализации. И это также контроль реализации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, это ведущих личное подсобное хозяйство. Сейчас, конечно, при получении этого транспорта у нас уже увеличилось и ускорилось выполнение этих всех задач, которые были поставлены перед отделом. В малом зале администрации Новокубанского района состоялось планерное совещание под председательством главы муниципального образования Романа Архипова. На мероприятии присутствовали все главы сельских поселений, начальники отделов администрации, руководители основных служб района. Подробности далее. В начале встречи всем представили назначенного временно исполнять обязанности начальника полиции Дмитрия Вакуленко. Ну а далее сотрудники отдела Министерства внутренних дел доложили о результатах обеспечения правопорядка на территории района за прошедшую неделю. Особое внимание было уделено состоянию дел в сельском хозяйстве. Специалистов призвали сделать все возможное, чтобы жители, занимающиеся ведением личных подсобных хозяйств, в 2014 году получили краевые средства в виде субсидий. При Министерстве сельского хозяйства создан отдел, такого еще не было, и в России такого нету, который будет заниматься именно помощью в реализации продукции, произведенных в малых формах хозяйства. Сейчас от нас требуется, еще раз повторюсь, собрать информацию, сколько мы сможем реализовать на территории края или там России, то есть произвести, сколько мы сможем картофеля, овощей, фруктов, молока, мяса, шерсти, яиц. После того, как эта информация у нас будет, значит, собрана, я еще раз повторюсь, еду в край, потом они все это дело аккумулируют, и в край будут создаваться своего рода логистические центры. Предварительно в городе Армавире ближайший, который будет обслуживать там 4 или 5 районов. И так по всему краю. Руководитель Центра занятости населения Новокубанского района Александр Кусакин рассказал о сложившейся ситуации на рынке труда. По его словам, количество безработных на данный момент составляет 530 человек, а число существующих вакансий – 2377. Один из основных показателей по трудоустройству – это количество граждан трудоустроенных по отношению к количеству обратившихся. У нас в районе показатель этот выше среднекраевого, то есть среднекраевой 67%, у нас 69%. То есть, в принципе, показатели у нас нормальные. В завершение встречи собравшиеся обсудили итоги исполнения консолидированного бюджета Новокубанского района за 2013 год. Роман Габарец из Новокубанска, специально для службы новостей Армавира. Освобождал Армавир, а потом Кавказ, Херсон, Варшаву. Дошел до Берлина и участвовал во взятии Рейхстага. Неоднократно был ранен, имеет множество боевых наград. Ветеран Хачатур Милконович Багдасаров. Именно о нем материал Светлана Волошенко. Это сейчас Хачатур Милконович передвигается по дому в инвалидном кресле. Болезнь ног – дело серьезное. Но в далеком 42-м он приписал себе лишний год жизни, чтобы пойти на фронт. Много сражался и участвовал в освобождении Армавира, своего родного города. Когда Армавир освобождали, значит, после этого меня отпустили, я пошел домой. Мои родители здесь. Город весь горел, а я не знал, живые они или нет. Вот. И пошел, задержался. Часть моя ушла. Свою родную часть отдельный истребительный противотанковый дивизион «Хачатур» Багдасаров разыскал только через полгода. До этого участвовал во многих сражениях, прошел с боями Европу, брал Рейхстаг. В одной битве у города Кюстрин в Германии был тяжело ранен, его даже посчитали мертвым. Но медсестра что-то почувствовала, еще раз проверила пульс, и Хачатура Милконовича достали из могилы и отправили в госпиталь. Страшно ли ему было тогда? Страх переносится по-разному. Один его выворачивает наизнанку, плачет, падает и так далее. Вот. Не хочет в атаку идти. А другой берет себя в руки и идет, потому что так надо. Так делал весь советский народ. Я ж не один освобождал Армавир и воевал против немцев. Все делали. У нас была одна идея. Родина. Мы считали вот это весь Советский Союз своей родиной. Первую награду, медаль за отвагу, я получил здесь на Кубани на голубой линии. Кто военный, кто знает, что такое голубая линия, как мы ее брали. Мы ее брали, значит, на плавательных костюмах через эти
болотистые там места. Старшина Хачатур Багдасаров воевал немало за свою родину, вернулся в Армавир в 51-м. И сейчас, в его 88 лет, по-настоящему лишь одно беспокоит ветерана. Удобство у него не в доме, а во дворе. И по ступенькам на коляске не съехать, приходится прибегать к посторонней помощи. И Хачатуру Мелконовичу остается только надеяться, что найдется тот, кто не останется равнодушным к его проблеме. Светлана Волошенко, Александр Пензев, служба новостей Армавира. К другим новостям. Новый детский сад скоро откроют в поселке Глубокий. Дошкольное учреждение планируют ввести в эксплуатацию уже весной. Сейчас на территории сада обустраивают уличную игровую площадку. Подробности далее. Все лучше детям. Этому девизу здесь следовали на всех этапах строительства. По последнему слову техники оснащен пищеблок. На первом этаже теплый пол, в спальнях и игровых комнатах установлены кондиционеры. Строители постарались на славу. Даже в новогодние праздники здесь не прекращалась работа. Детский сад был построен в сжатые сроки с применением современных технологий, что не повлияло на качество выполненных работ. В данный момент устанавливается оборудование для детских игровых площадок. Строительство планируем закончить в кратчайшие сроки. Новый детсад рассчитан на 80 мест, что позволяет полностью решить проблему с устройством дошколят поселка. Сейчас в своей очереди дожидаются 76 малышей, готовых стать нашими воспитанниками, говорит Светлана Набока, заведующая детским садом номер 22 «Ласточка». Она уверена, что ребята и их родители оценят труды, вложенные в создание нового дошкольного учреждения. Эта территория принадлежала поселению, был пустырь, но вот видите, на сегодняшний день проделана огромная работа. Красивое здание, сказка. Я думаю, что немногие поселения могут, именно поселки, скажем, да, похвастаться вот таким красивым, современным, теплым зданием. Совсем скоро новый детский сад распахнет двери для самых юных жителей Глубокого. В просторных светлых комнатах появится мебель, необходимое оборудование, игрушки и зазвучит детский смех. Марина Бартенева, Роман Габарец из Новокубанска, служба новостей Армавира. Армавирцы не только получили в минувшую субботу еще один подарок на Новый год. В городе открылся торговый комплекс «Арбат» – место для приятного во всех отношениях шопинга. Наш корреспондент побывал на торжественном открытии. Об этом в следующем материале выпуска. Знай, Армавир, знай, все наши окрестности города, что торговый центр «Арбат» открывает свои двери! Ура! Никто не мог пройти мимо приветливых Чебурашки и Карлсона, а уж тем более ответить отказом на их приглашение посетить только что открывшийся торговый комплекс «Арбат». Надо сказать, что здание, хорошо вписывающееся в архитектуру центральной части города, появилось здесь сравнительно недавно. Сложно вообще себе представить, что еще год назад мы планировали строительство нашего торгового комплекса. И вот сегодня двери нашего «Арбата» открыты для наших покупателей. Сегодняшнее открытие – это не последний шаг. В комплексе у нас зарезервированы места для ювелирного магазина Best Gold, также кафе Jazz Room. И мы хотим сделать торговый комплекс местом приятного отдыха, но и приятных покупок. Поэтому мы с удовольствием будем рады видеть наших покупателей и в кафе, и в магазинах нашего «Арбата». «Арбат» – это просторный трехэтажный торговый комплекс. Любой найдет здесь то, что нужно именно ему, обещают создатели. В день открытия в торговом комплексе действовали заманчивые скидки и акции. Так Вера Михайловна зашла в бутик итальянской и французской женской одежды больших размеров «Надя» и была приятно удивлена. Приобрела сумку себе, очень понравилась, очень довольна покупкой. Вот, в подарок получила кофточку. Неожиданно, но приятная неожиданность. Придется по душе прекрасной половине человечества и бутик женской стильной одежды «Сержи». А вот мужчинам наверняка понравится магазин «Багаж». Здесь представлена стильная классическая одежда из Турции. Дополнит образ модников и модниц «Бон Вояж». В магазине «Кожгалантерея» представлен широкий ассортимент сумок на любой случай жизни. Этажом выше расположилось представительство федеральной сети бижутерии и аксессуаров «Ф». Здесь вы найдете колготки, перчатки, шарфы, украшения. Совсем скоро их соседом станет первый в своем роде в нашем городе ювелирный гипермаркет Best Gold. Кроме этого, в Арбате есть и отдел профессиональной израильской целебной косметики. Также магазин итальянской и французской одежды и обуви Элизабета Франки. Порадует женщин и Евромода, Потис энд Верса, а еще Квинс Стайл. Мимо него невозможно пройти. В ближайшем будущем откроется бутик женской польской одежды Модна Пани. Для самых маленьких работает Лимпопо. Одежда для детей до 12 лет. Также в Арбате
сайте расположилась букетная мастерская «Роза Заноза», где вам помогут выбрать цветы и подарки. А после хороших покупок отдохнуть и насладиться чашкой ароматного кофе можно в отделе ручной выпечки «Макаронс». В общем, все, что нужно для приятного отдыха, есть в торговом комплексе «Арбат». Очень красивый комплекс, очень красивые костюмы, артисты прекрасно работали, обслуживание, фуршет прекрасный, очень хорошие товары. Я тоже приобрела себе и платьица красивые, в любых размерах, от худеньких и до таких пышненьких, как я. Расположился Новый Арбат на старом месте, улица Ленина, 101А. Наталья Полякова, Станислав Чинский, служба новостей «Армавира». Открытый чемпионат и первенство города по кикбоксингу состоялся в Армавире в минувшие выходные. Около 50 спортсменов в возрасте от 10 до 20 лет боролись в разделе «Лайт Контакт». Несколько ярких моментов соревнований попали в объектив камеры «Твоих новостей». Это где-нибудь во дворе за школой. Их назвали бодрачунами. А здесь на ковре облачившиеся в специальную экипировку мальчишки и девчонки – кикбоксеры. Быстрые точные удары ногами и руками в соответствии с техникой спортивного единоборства – залог победы и путевка на следующие соревнования. После окончания соревнований сформируется сборная команда города Армавира в возрастной категории от 10 лет и выше для участия в краевых соревнованиях 23-го. января в городе Крымске. В сборную команды города Армавира по итогам соревнований попадут первые и вторые места. Кикбоксингом 14-летний Андрей Беседин занимается уже 2,5 года. Начинал еще в Хабаровске, где добился хороших результатов. После продолжил тренироваться в Армавире. Этот поединок закончился для Андрея победой. Я не во все выложился. И соперникам, ну, конечно, было тяжело, что он именно рукой встречал, но это можно было очень легко предсказать. По итогам соревнований среди победителей в разных возрастных категориях оказались Геннадий Столяревский, Вячеслав Бурко, Андрей Беседин, Руслан Ефименко, Никита Сердюков, Никита Соловьев, Сергей Гусев, Павел Самусенко, Данила Абдразаков, а также Александра и Диана Пак. Кубки за лучшую технику получили Андрей Беседин и Павел Самусенко. Светлана Волошенко, Дарья Топчиева, Александр Жилеев, служба новостей «Армавира». На этом выпуск завершен. Далее информация о погоде на ближайшие сутки. В студии была Марина Юрченко. До встречи. Одежда ведущей предоставлена магазином женской одежды «Гюзела Классик».